никто не помнит, когда появилась сказочная страна под названием Новый год. Конечно, праздник Новый год в ней отмечали только раз в году. Да и название у этой страны было когда-то совсем другим, но ее жители настолько любили праздник Новый год, что со временем и страну свою стали именовать Новый год. Однажды произошла такая история. Все готовились к своему самому главному празднику. Уже были закуплены елочные игрушки, сшиты карнавальные костюмы и закуплены и припасены разные вкусности. Настал день 31 декабря. Все с нетерпением подглядывали на главные часы на главной площади и ждали, когда наступит полночь. И вдруг часы пикнули, в них что-то звякнуло. Люди в сказочной стране не праздновали Новый год без Деда Мороза. Со временем в многих странах по всему миру Дед Мороз на Новый год обязательно приходил.